Друзья, с Новым годом! В эфире Телегид, и я, Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству ЛРТ. Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль, на нашем канале традиционно наступают праздничные показы. Поэтому смотрим, празднуем и заряжаемся отличным настроением. Все подробности у меня. Начинаем! Всю первую неделю Нового года мы будем вспоминать только лучшие мгновения 2017-го. По будням ЛРТ покажет лучшие сюжеты года. Специальный выпуск новостей собрал самые любимые работы корреспондентов нашего канала. Своими впечатлениями они поделятся сами и напомнят вам о ярких событиях. Смотрите их по будням 8:00, 12:15, 16:15, 19:30 и в 23:15. Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск новостей на телеканале ЛРТ, и сегодня он особенный. По хорошей традиции, в конце года наши корреспонденты подводят своеобразные итоги и рассказывают вам, нашим телезрителям, о тех сюжетах, которые им больше всего запомнились в уходящем году и которые им интереснее всего было снимать. Не будем с этим тянуть. Передаю слово коллегам. Новый год наступил, но мы продолжаем праздновать. В первые дни 2018-го Максим Галкин традиционно взбодрит нас своей праздничной программой. Смешная порция пародий на известных ведущих, режиссеров, певцов, актеров театра и кино. Все это вам точно поможет прийти в себя и доесть прошлогодние салаты. Веселые истории и непридуманные рассказы о жизни наших знаменитостей. Смотрим 1 и 2 января в 14:45. А вот мне нравится традиция в Новый год что-то начинать новое, что-то менять. И что же ты предлагаешь менять? Ну давай начнем с азов. С азов? С букваря, что ли? Почему нет? Придумываем свой новогодний букварь. А и что там будет на букву А? На букву А? Оливье. Подожди, оливье пишется через О. Ну ничего, мы же в Москве живем, будет оливье. Новогодние каникулы – время комедийных тематических картин. Во вторник увидим добрую рождественскую сказку, где любовь преодолевает все препятствия. Никита, успешный бизнесмен, желая найти свою искреннюю любовь, перевоплощается в бедного студента, дает объявление в газете. А Лиза, полицейская, ищет маньяка. Одна ошибка в публикации, и наши герои уже стоят перед друг другом. Но девушка видит в парне того самого преступника, а он в таинственной незнакомке – женщину мечты. Что из этого выйдет, смотрим 2 января в 18:45 и сразу после сюжетов года. Неужели вы думаете, что можно спасти мир, отрезая людям волосы? Я-то могу отрезать другим, но кто отрежет мне? Вы и себе хотите отрезать? Ну так и режьте. Так зачем же брать на себя роль судьи? Вы так считаете? Конечно. В течение года в городском округе было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги года городского округа Люберцы». В выпусках вас ждут интереснейшие репортажи минувшего года. Программу смотрите в эфире 6 и 7 января в 10:00 и 19:30. У меня в руках спиннер. Это новомодная игрушка, очень похожа на обыкновенный волчок. Отличается лишь наличием подшипника, вокруг которого и вращается вся конструкция. Сегодня купить спиннер можно в Люберцах, да и вообще в любом другом городе, практически на каждом шагу. Вот и мы отыскали его в обыкновенном канцелярском магазине. Канун Рождества, мои друзья, время чудес. Именно поэтому на ЛРТ вас ждет одна из последних экранизаций о Белоснежке. Джулия Робертс прилагается. Злая королева, мечтающая выйти замуж за красивого и богатого принца, выдворяет из дворца Белоснежку и берет власть в свои руки. Но милая девушка не погибла в темном дремучем лесу, а связалась с бандой гномов-разбойников. Вместе они точно отомстят злодейке. Красивейшую экранизацию смотрим 6 января в 13:00 и 7 в 14:00. А сегодня...
Я должна блистать. Ведь это особый день. Чего особенного-то? Шестой раз идете замуж! Молчать! Терпи. А 7 января, как ни странно, мы отправимся в путешествие к рождественской звезде. Добро и праздничная атмосфера в ваших домах гарантированы. Удивительная приключенческая картина знакомит нас с самоотверженной девочкой Соней, которой было скучно сидеть на месте. В итоге ей предстоит справиться с испытаниями в холодных норвежских горах, найти похищенную принцессу и, наконец, снять наложенное на ее королевство суровое заклятие. Как через это пройдет наша героиня, узнаем в воскресенье в 11:00. Когда король потерял самое важное, что было в его жизни, он не смог и дальше верить в звезду. А тот, кто не верит, не может ее увидеть. Что это значит? Ты должна верить, Соня. Верить. Всем сердцем. Ну что ж, друзья, такой будет первая неделя Нового года. Не скучайте, заходите на наш официальный сайт www.lrt.tv и подписывайтесь на нас в соцсетях. Приятных вам праздников и семейного уюта. С вами была Анна Троян. Счастливого Нового года и Рождества. Пока-пока!